Сегодня вторник, начало рабочий вебинар, посвящен Объединенным Арабским Эмиратам. И вести его буду я, Наталья Диверс, руководитель направления Объединенных Арабских Эмиратов в компании «Интурист». И также у нас сегодня будет с вами очень интересный спикер, рассказ про все новинки, обновления отеля Banyan 3 в Дубае. Я не буду забегать вперед, я думаю, вам все подробно расскажу далее, потому что, так как расскажет представитель отеля, я вам лучше не расскажу. Итак, в начале вебинара я расскажу вам буквально несколько слайдов, покажу о том, какой у нас продукт по Эмиратам есть, как у нас представлено на сайте и на что стоит обратить ваше внимание. Так, секунду, пытаюсь переключить. Следующий слайд. Итак, мы знаем, что Объединенные Арабские Эмираты состоят из 7 Эмиратов. Мы предлагаем отдых во всех этих Эмиратах. Самыми популярными среди них являются Дубай, самым большим количеством отелей. На втором месте у нас Шарджа. Далее у нас по объему туристов идут Абу-Даби, Аджман, Рас-Аль-Хайма, Фуджейра и на самом последнем месте Ум-Аль-Кайвейн. У нас есть несколько типов туров на сайте. Это отдельно наземное обслуживание, где можно забронировать только отели, туда добавить различные услуги. У нас есть туры на регулярных рейсах, GDS, где у нас есть отель и перелеты, куда можно добавить трансферы, другие дополнительные услуги. И у нас самый главный по продажам, по объему продаж, это туры с перелетом на блочных местах рейсах авиакомпании Fly Dubai. Туда у нас уже включен отель, трансфер групповой в обе стороны и перелет, соответственно. Какие у нас есть тарифы на отели? Тарифы на отели у нас есть двух видов – динамические и статические. Да, мы все прекрасно понимаем разницу между статическими тарифами и динамическими. Статические – это те контрактные цены, которые закачаны в систему. Динамические – это те цены, которые мы качаем напрямую от отелей. И бронь сразу попадает в отель, если мы бронируем по этим динамическим тарифам. Всегда рекомендую, будь то статический тариф или динамический тариф, бронировать номера вот с зеленой галочкой. Если же у номеров зеленой галочки нет, то значит номер под запрос, да, как бы мы ждем ответ от отеля, подтвердит он, не подтвердит или откажет. Если откажет, мы всегда предлагаем альтернативу. Она может быть по другой стоимости, мы все это прекрасно понимаем, поэтому я всегда, конечно же, рекомендую, особенно если заезды накануне, особенно с рейсами GDS, когда очень короткий тайм-лимит по выписке, бронировать номера с зеленой галочкой. Да? Это значит гарантия подтверждения того, что номер есть. Пару слов о том, как у нас сейчас все отображается на сайте. Если вы бронируете, вы видите, у нас есть, например, туры, если блочная перевозка, блок с аббревиатурой 1. Сейчас я указку возьму, открою, вот, 1 или 2. Да, это, соответственно, мы делим туры по партнерам, партнер 1 и партнер 2. И, соответственно, совместные заявки, прошу обращать ваше внимание, должны быть забронированы через одного партнера, или 1, или 2. Динамические цены мы качаем от партнера 2. И здесь важно, так как эта динамика, она подчиняется немного другим законам, при подборе тура выбирать не просто там, где есть мгновенное подтверждение, да, возможно, не будет корректно отображаться, а выбираем регион обязательно и звездность. Ну, помимо названия отеля, понятно, если вы выберете отель, он отберется и будет сразу виден. В случае, если туристу, вашему туристу необходимо оформление визы, это туры, только туры партнера 2, да. У нас это написано в визовых правилах, по правилах въезда. Кстати, там количество стран, которым не требуется въездная виза, увеличивается. Информация у нас на сайте постоянно обновляется. Просим тоже за этим смотреть. У нас на сайте есть еще такая страничка, как спецпредложения по трансферам. Если отели их предлагают, бесплатные, от отеля, но там есть некоторые условия, тоже у нас в описании есть, это тоже только туры партнера 2.
Прошу также обратить ваше внимание из таких главных моментов. Групповой трансфер, если это не блочные рейсы, это минимум 2 человека. Это правило действует для всех наших, для обоих партнеров. То есть, если у вас, вы понимаете, прилетают рейсом, например, там, я не знаю, любой авиакомпании, в любой аэропорт, на любой курорт, если у вас 2 человека, если у нас в системе заведен групповой трансфер, он будет гарантирован. Если один человек, и мы это в момент там, заявки, возможно, пропустили, вы забыли, то все равно это обнаружится накануне при списках, и, собственно говоря, тогда придется либо доплачивать за индивидуальный трансфер, либо удалять из заявки. То есть вы относитесь к этому с пониманием. Минимум 2 человека, кроме блочной программы. Ну и на многие отели сейчас, на многих отелях есть невозвратный тариф. Он не всегда прописывается, точнее, не прописывается у нас на сайте. О том, что это невозвратный тариф, мы в некоторых случаях узнаем на момент там, коррекции или запроса там, на аннуляцию. Вот, то, что тариф невозвратный. Поэтому, если у вас заявка подтверждена, и вы хотите, даже если, например, там сроки заезда достаточно большие, просим понимать, что некоторые тарифы на отели бывают невозвратные, и в Эмиратах это достаточно часто. Так, то, что касается нашей блочной перевозки. Блоки авиакомпании, мы летаем на авиакомпании Fly Dubai. Блочная перевозка у нас сейчас на сайте опубликована до начала июня 2024-го. Летняя программа пока еще в процессе подписания, она будет опубликована в ближайшее какое-то время. Не могу вам сказать, будет это день или два, или неделя, но в ближайшее время мы опубликуем летние цены. Мы летаем из 8 российских городов. Это Екатеринбург, Казань, Минеральные воды, Москва. Минеральные воды, Москва, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург и Уфа в порядке, в алфавитном порядке. Значит, преимущества туров на облачных местах, они, несомненно, ясны для всех. Во-первых, это регулярный рейс, да, это не чартер, это регулярный рейс национальной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов Fly Dubai, это прямой перелет, это без пересадок, это гарантированные места с фиксированной ценой, и у нас нет короткого тайм-лимита по оплате. Возможность коррекции имени, фамилии, даты рождения до выписки билетов. Это то, что касается перевозки. С отелями здесь нам бывают ситуации посложнее. Иногда отели запрашивают документы, почему меняется гость, да, турист. У нас уже в стоимость включен багаж, как ручная кладь, так и чемодан. Есть возможность бронирования бизнес-класса, но каждый раз на каждую дату, на каждую группу пассажиров это по запросу, это отдельное письмо. И, соответственно, мы также можем продавать отдельные авиабилеты, но мы на сайте их не публикуем. Если у вас есть необходимость приобрести билеты на чартерную перевозку, на блочную перевозку, пишите, пожалуйста, на адрес, вот он здесь есть, вверху слайда ОАЭ, собачка, intourist.ru. Значит, у нас опубликованы также туры на рейсах GDS из 34 российских городов, то есть... Ну, опять же, да, мы все понимаем преимущества, можно вылететь прямо из своего города, не всегда это будет прямая перевозка, возможно, это будет перевозка со стыковкой, но все эти варианты мы показываем от бюджетных авиакомпаний до, скажем так, топовых Этихад и Эмирейтс. Так, ну, расписание, вот оно... Иногда претерпевает изменения. Вот буквально вчера мы получили коррекцию расписания, небольшую коррекцию рейса из Екатеринбурга. Может сдвигаться там на полчаса, там на час. То есть, ну вот, ориентируйтесь примерно на такое расписание, которое есть. Как встречают туристов в аэропорту? Туристы в аэропорту, все самолеты авиакомпании Fly Dubai прилетают в терминал международного аэропорта Дубая DXB во второй терминал.
туристы выходят, и там их, значит, встречают с табличкой или интурист. Ну, как правило, интурист обязательно присутствует. А если это индивидуальный трансфер, это, скорее всего, будут таблички с фамилиями туристов. Да? То есть туристы вышли, получили багаж, вышли из двери и ищут, значит, представителя встречающего, да, который их отвезет. Напоминаю, также важно при бронировании туров GDS обращать внимание на то, если бронирование с прилетом в Дубай, в какой именно из аэропортов прилетает самолет. Потому что на рейсах GDS бронируют трансфер, ну, бронируете вы сами, и поэтому чаще трансфер из DXB, он дешевле, чем из аэропорта DVC. Я так называю, да, извините, DWS. Си, вот, и иногда или по ошибке, или потому что это дешевле, выбирают не тот трансфер. В любом случае мы все равно это увидим, мы это скорректируем, и если вдруг, вы тоже должны понимать, для того, чтобы трансфер приехал, трансферист в правильный аэропорт, нужно его и забронировать, это правильный трансфер. Обращайте, пожалуйста, внимание. Ну, в Абу-Даби отстроился новый терминал, большой какой-то космический, говорят, там просто он совершенно фантастический, современный. Он один аэропорт, и Шарджа, соответственно, туда достаточно редко у нас бронируют туры с перелетом регулярными рейсами в Шарджу, но такое тоже есть. И самые, с моей точки зрения, ну и вообще с любой точки зрения, удобный по логистике для прилета, для разъезда по всем Эмиратам, это аэропорт Дубая, конечно же. Так, в каждом из аэропортов мы можем предложить сервис, представляемый службами этих аэропортов, Fast Track, услуга Мархабы, Ахлана, Golden Class, то есть все это у нас тоже есть на сайте в подборе тура. Если туристам это нужно, у нас и на страничке это все подробно описано, по каждой услуге, Family, Golden, Silver, что включено, что не включено, где есть лаунж, где встречают прямо у трапа самолета, где только помощь прохождения, ускоренное прохождение границы. То есть все это у нас подробно расписано на сайте. Пожалуйста, тоже смотрите на нашу страничку страны ОАЭ, где у нас есть вся подробная информация. Ну вот следующий такой слайд небольшой. Здесь мы показываем, что по партнеру 1 у нас практически по большинству отелей 3-4 звезды автоподтверждение. Это тоже зеленая галочка, то имейте в виду. Опять же, если не зеленая галочка, то значит номер ушел в запрос. С ним работаем. Да, время ожидания может составлять до 3 суток на самом деле. Опять же говорю, это может зависеть, когда села заявка, в пятницу или в четверг, насколько быстро нам отвечает служба бронирования отеля. Динамические цены по партнеру 2 – это автоподтверждение, естественно, с номерами, где тоже стоит зеленая галочка. Все остальное также уходит под запрос. Ну вот... Мы гарантируем низкие цены на рынке для самых популярных отелей. Вот здесь указан список этих отелей, на которые мы гарантируем самые низкие цены, я думаю, на рынке. Ну и здесь такой, знаете, такая выборка по итогам 2023 года. Мы сделали выборку хит-продаж, какие отели были самые запрашиваемые, да, и несмотря на то, что Атлантис, казалось бы, да, он дорогой, извините, Баньян, что вспоминаю про Атлантис, он на самом деле был хитом продаж в 2023 году. Ну и, соответственно, здесь у нас по убывающей, да, чем ниже строчка, тем меньше количество туристов у нас забронировалось. Но это так для общего, скажем так, понимания, что востребовано со стороны наших туристов, ну, по крайней мере, в сегменте интуриста. Вот. Возможно, в других компаниях список отелей немного другой.
Так, я бы хотела бы обратить ваше внимание на страничку акций. Да, на главной страничке у нас есть такой подраздел акций. Там вы можете выбрать акции по странам, там выбрать ОАЭ, и, соответственно, у нас акции эти разные. Но они все очень полезные, да, для того, чтобы сделать правильный выбор и правильно порекомендовать туристов. То есть у нас есть акции от спецпредложения от отелей ОАЭ, да, где, например, мы, открывая этот файл, вы видите, в какие отели в этот период, до какого дня бронирования, какие спецпредложения предлагают. Да? То есть это такая актуальная информация, с которой мы постоянно работаем, обновляем, добавляем, если отели присылают нам какое-то обновление. Страничка акционная отеля ОАЭ, где дети проживают бесплатно, да, это тоже полезно знать, семья, если с детьми едет, посмотреть, да, где за детей не нужно платить, да, где и что для детей еще бесплатного в этих отелях сделано. Еще у нас есть отели дня, да, отель дня, но это как бы на самом деле у нас отель недели, еженедельно мы, у нас есть обновляемый список отелей, на который мы даем повышенную комиссию. Это 1%, соответственно, или 2% для какой-то определенной категории, для каких-то определенных отелей. Отели еженедельно меняются, соответственно, понимаете, да, меняется, обновление идет раз в неделю. То есть из повышенной комиссии отели уходят или приходят. И на что бы я хотела еще обратить ваше внимание, и на промокод «Отдых в Дубае». Да, обязательно почитайте эту страничку и посмотрите, как воспользоваться промокодом для того, чтобы забронировать отдых для своих туристов в Дубае. Промокод на 5000 – это касается любого отеля, находящегося в Дубае. Не пропустите, воспользуйтесь, пока эта акция работает. И тут вот, опять же, да, спецпредложение от отеля ОАЭ, просто я хотела побольше вам показать, вот, например, как здесь на слайде расписано, да, какие именно в этот период спецпредложения добавляются, да, туристам это будет, и я хочу сказать, что это достаточно популярная страница, и многие агенты и туристы смотрят и этим пользуются, потому что на самом деле почему бы не воспользоваться реальной выгодой, реальными преимуществами, которые можно сделать в этот период. Ну вот здесь с левой стороны вы видите, как у нас, если открыть страничку ОАЭ, какая у нас появляется с вами информация. Пожалуйста, смотрите про трансферы, стоимость индивидуальных трансферов на вкладке «Трансферы», стоимость дополнительных услуг и все остальное вы тоже здесь увидите. И у нас появилась такая новая вкладка «Отели», которые разрешают размещение туристов от 18 лет без сопровождения взрослых. Тоже как бы пока этот список небольшой, но он постоянно дополняется. Как только мы получаем информацию от отелей, мы, соответственно, список обновляем и публикуем, добавляем. Это понятно. Вот, поэтому это вопросы очень часто, честно говоря, теряется много времени, когда мы каждый раз выясняем, да, мы поэтому решили сделать вот такую информативную табличку. Возможно, каких-то отелей нет здесь, много куда хотят поехать туристов, но тогда мы спросим. Некоторые отели говорят, ну, вы знаете, мы как бы так официально нет, но по запросу как бы и, возможно, да. Но для вашего ориентира я, конечно, рекомендую пользоваться сразу вот этой табличкой для того, чтобы сразу сориентировать тех туристов, которым не исполнилось 21 год и которые хотят поехать отдохнуть в Объединенные Арабские Эмираты. Собственно говоря, вот моя презентация на этом закончилась, мой рассказ на этом закончился, поэтому я передаю слово Татьяне Шумиловой, она заместитель директора по продажам отеля Banyan Tree Dubai. И я думаю, что она вас сейчас порадует своим рассказом, сюрпризами, новостями, чего мы так все долго ждали от нее. Татьяна, добрый день. Добрый день, Наталья. Рада вас снова видеть. Спасибо большое за возможность поучаствовать сегодня в вебинаре, рассказать и заново познакомить с отелем. Меня хорошо слышно, напишите, пожалуйста, плюсики в чат.
Коллеги, сегодня мы с вами будем заново знакомиться с отелем. Это всем полюбившийся отель, бывший отель Caesars Palace, который в ноябре прошел ребрендинг, и теперь мы открылись под новым брендом Banyan Tree в Дубае. Сегодня я поподробнее расскажу о тех изменениях, которые произошли, о новой концепции. И, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы в чат, и я постараюсь на все их ответить во время презентации, либо уже после презентации. Тогда начинаем, коллеги. Banyan Tree в Дубае – это современный пляжный отдых с атмосферой азиатского гостеприимства. Компания, сам бренд Banyan Tree входит в холдинг Banyan Holding. Это сингапурское многонациональное предприятие в сфере гостеприимства и управляет и развивает на данный момент курорты и спа-центры в Азии, в Америке, в Африке и на Ближнем Востоке. И в ноябре прошлого года Banyan Tree появился впервые в Дубае и открылся на острове Blue Waters. Сам остров – это самый популярный, одна из самых популярных на данный момент локаций в Дубае. Прежде всего, это очень удобное расположение. Сам остров – это изолированный остров, отдельно стоящий, но при этом он находится в шаговой доступности от района Дубай-Марина и Джумейра-Бич-резиденции. Полностью открытая береговая линия – это шикарный пляж, один из лучших пляжей в Дубае на данный момент. Сам остров – это город в городе. Здесь наши туристы могут найти все для них необходимое и с легкостью провести недельный отпуск, никуда не выезжая с самого острова. Blue Waters очень удобно соединен, помимо скоростной дороги, также и пешеходным мостом. Можно прогулочным шагом дойти до Дубай-Марины, и это всего занимает 15-20 минут, и можно любоваться прекрасными видами на скайлайн Дубая, на колесо обозрения, и также от нас видно Пальмовый остров и Дубай-Марину район. На территории острова помимо отеля находятся кафе, магазины, рестораны, променады, развлекательные центры как для детей, так и для взрослых, боулинг-центр. И также находится на Blue Waters знаменитый музей Мадам Тюссо, это 25-й филиал в мире. Если вы еще не посетили или ваши туристы, также можете смело рекомендовать посетить этот музей. Будет очень интересно. Для тех, кто не знает, где мы находимся, хочу напомнить еще раз, что сам остров Blue Waters, он располагается посередине между двумя, скажем так, международными аэропортами, между Дубаем и Абу-Даби. До дубайского аэропорта DXB от нас 30 минут по скоростной дороге и примерно столько же до Аль-Мактум International Airport. Мы также являемся ближайшим отелем к аэропорту Абу-Даби. То есть даже если ваши туристы прилетают в Абу-Даби, очень быстро можно добраться до отеля за час буквально. То есть очень удобная локация для такого уровня отеля. Хочу также вам рассказать, какие изменения произошли именно по самому отелю. На данный момент Banyan Tree Дубай – это один корпус. Вот вы видите здесь на слайде. Это небольшой корпус, теперь это 178 номеров и одна вилла. Также у нас апартаменты вошли в комплекс Banyan Tree, резиденции апартаменты. Это здание, которое находится напротив отеля. Это 96 апартаментов, полноценные квартиры с кухней, обслуживаются как отельные номера. Гости могут пользоваться всей территорией отеля, пляжами, бассейнами, ресторанами, и мы предоставляем проживание уже здесь на длительный срок, цены под запрос от 30 ночей. Второй корпус, как вы знаете, вот он на слайде слева, на данный момент он закрылся, и там проходит у нас внутренняя полная реновация, внутренняя отделка поменяется, количество номеров также изменится. И отель откроется в конце года под новым названием, с новым брендом. Сам отель будет относиться к цепочке Accor, так же, как и Banyan Tree.
И будет дополнять отель Banyan Tree, это будет как один комплекс, но о нем мы уже расскажем более подробно, когда будет полная информация о новом бренде. По поводу работ, ремонтные работы ведутся именно внутри здания, поэтому они никоим образом не мешают нашим гостям, и никакой стройки не видно со стороны отеля Banyan Tree. По самой локации, по территории, здесь ничего не поменялось. Что любят наши гости, что особо отмечают? Это пляж, конечно же, самый лучший пляж Дубая, полкилометра своего просторного песчаного пляжа. Никакой стройки вокруг не видно, ничего не мешает взору гостей наслаждаться полноценным отдыхом. Концепция Banyan Tree – это именно полная релаксация, это умиротворение и наслаждение. Также слияние с природой – это гармония души и тела. Отель небольшой, 178 номеров, и поэтому здесь мы можем уделить каждому гостю особое внимание. Какие изменения произошли? У нас изменился ресепшн. То есть если раньше это был стоячий ресепшн, на данный момент у нас все гости, заезжая в отель, они сидят. Очень индивидуальный подход. Мы всем гостям подаем подарочки, вот такие вот браслетики на память. Браслеты у нас сделаны из переработанного пластика. И здесь есть вот такие вот маленькие черепашки, так как Banyan Tree заботится об окружающей среде и помогает сохранению черепашек на Фуджейре. Также мы всех гостей приветствуем с нашими специальными напитками, приготовленными в соответствии с направлением Дубай. То есть это, напитки отображают вкус и направлении именно Ближнего Востока. И также всем гостям мы предоставляем и угощаем гостей именно такими Power Bites. Это сладости для, скажем так, повышения настроения. Вот. То есть очень персональный подход, азиатское гостеприимство для каждого нашего гостя будет обеспечено. По категориям номеров. Номера, конечно же, поменяли название. И даже в названии категории номеров отображается именно концепция самого Banyan Tree. То есть близ номера – это у нас блаженство, serenity – это гармония, умиротворение, и harmony – это гармония. По категориям номеров у нас первые четыре категории – это контрактные категории номеров, и президентские люксы будут уже все под запрос. По самой стилистике номеров здесь у нас ничего не изменилось по сравнению с прошлым брендом. Номера выполнены в стиле, азиатском стиле, скажем так, да. Очень много дерева, натуральные материалы, окна в пол, высокие потолки, и все номера у нас с балконами. Отличительная особенность, вот вы видите, у нас три категории номеров, они одинаковые по дизайну и по размеру, 54 квадратных метра. Единственное отличие будет в виде из окна, и, соответственно, ценовая категория от этого зависит. То есть близ guest room, это первая категория, там будут боковые виды. То есть это вид на здание и бульвар. Следующая категория resort view, это частичный вид на море или вид на внутреннюю территорию отеля, resort. И для ваших гостей, которые предпочитают гарантированный вид на море, пожалуйста, рекомендуйте им сразу Serenity Ocean View guest room. Это такой же номер, как на презентации, но с прямым видом на море. То есть, когда вы зашли, сразу будет прекрасный вид на море. В номерах у нас кровати будут либо кинг, либо твины. И здесь мы размещаем двое взрослых и один ребенок до 6 лет. Ребенка мы размещаем на диванчике, который уже находится в номере. А вот так вот видит, вот так выглядит у нас ванны. Это большие просторные ванны, также с окнами и с красивыми видами. Что изменилось у нас здесь по amenities? Комплименты в номерах у нас предоставляются всем гостям по заезду. Welcome amenities. Они, соответственно, будут разные в зависимости от забронированной категории. Чем более высокая категория, тем более разнообразные будут комплименты для гостей.
Косметика у нас также изменилась. У Banyan 3 есть своя косметика. Производится она в Таиланде, и эта косметика сделана из органических продуктов. Также мы поменяли халаты, тапочки в номерах. Все они сделаны из переработанного материала, потому что Banyan 3 заботится об окружающей среде. И мы всем гостям даем подарочки в номер. Это пляжные сумки, которые можно будет забрать с собой. Banyan 3 также, это все о запахах, об ощущениях, и мы всем гостям предоставляем в номерах ароматные ароматизированные палочки. У нас есть даже целое расписание философии на неделю. Гости могут ознакомиться с этой философией в своем номере при заезде, и каждый день мы предоставляем разнообразные запахи. Также наши коллеги, резорт-хосты, они стараются общаться с гостями при заезде и поддерживают общение во время проживания. Мы интересуемся, какие запахи гостям больше всего нравятся, и стараемся предоставить, например, тот или иной запах, в зависимости от предпочтения гостей. Следующие категории у нас идут, это люксы, Harmony Oceanfront Master Suite. Это уже просторный люкс с одной спальней, большая гостиная, 110 квадратных метров, и здесь будет гарантированный прекрасный вид на море. А также номер имеет не просто балкон, но это уже, скажем так, небольшая терраса, где можно наслаждаться напитками или кофе на закате дня, и также наслаждаться прекрасным кофе или чаем с утра. В этом номере мы можем разместить уже двое взрослых и двое детей до 11 лет. То есть если у вас большая семья со взрослыми детьми, можно предлагать эту категорию смело. Здесь мы ставим одну бесплатную доп-кровать на ребенка, и второй ребенок у нас спит на existing bedding, то есть на диванчиках, которые уже есть в номере. Также здесь возможно разместить трое взрослых в одном номере. И следующие категории у нас уже идут президентские люксы с двумя и с тремя спальнями. Это для ваших VIP-гостей, для больших семей, которые могут позволить себе взять более дорогие комфортные номера. Президентские люксы у нас отличаются тем, что у них есть своя собственная большая терраса, на которой есть зона для отдыха, джакузи, как вы видите. Обеденная зона, большая гостиная. И здесь можно разместить уже до, если это две спальни, то до 6 человек, если это три спальни, точнее в двух спальнях до 4 человек и в трех спальнях до 6 человек. При этом каждый номер можно еще соединить со стандартным номером, то есть сделать такой connecting set, и максимально мы можем предоставить 4 спальни. Как правило, такие категории у нас очень хорошо продаются на российский рынок, и это будет либо большая семья, либо это какой-то бизнесмен, предприниматель, владелец компании, который также любит бронировать этот сьют и проводит непосредственно бизнес-встречи прямо в люксе. То есть это очень удобно, можно тоже как вариант рекомендовать и предлагать. Ну и следующая категория, самый наш большой люкс, это королевский люкс, Royal Suite, у него три спальни, и отличительная особенность, здесь есть своя полноценная кухня. Его можно предлагать как на длительное, как на короткое проживание, так, соответственно, и на длительное. У нас есть свои повторные гости, которые заезжают сюда, это русскоговорящие гости, бронируют на месяц, на полтора, а также возвращаются несколько раз в год. Ну, по facilities и по новинкам. У нас наконец-то открылась наша шикарная Banyan 3 вилла, эксклюзивная вилла с огромной террасой, с огромной зеленой территорией, полностью свой сад, отдельный приватный заезд на эту виллу. Сама вилла располагает четырьмя спальнями, также есть дополнительно две спальни для персонала.
у этих спален отдельный вход. На территории виллы два этажа, и есть свой собственный бассейн, 16-метровый тренажерный зал, три зоны для обеда, как внутри виллы, так и на свежем воздухе. Эта вилла у нас будет под запрос, вот такие прекрасные виды открываются на закате дня. По размеру вилла занимает 4465 квадратных метров, это совместно с территорией. Виллу можно рекомендовать для проживания как семьям, которые хотят провести свой отпуск с комфортом, так можно и рекомендовать для небольших мероприятий. Мы уже пробовали и размещали здесь коктейли и вечеринки с барбекю, с ужином на барбекю, и можно максимально разместить до 80 человек комфортное, скажем так, комфортное расположение, либо это коктейль-ресепшн, либо такой, скажем, лаунж-ситинг. Здесь есть своя большая полноценная кухня на территории, прямо на улице, на открытом воздухе. И для гостей, проживающих на вилле, у нас будет персональное обслуживание, персональный resort butler host, который будет выполнять любое пожелание гостей и всегда будет на связи с гостями. Если это русскоговорящие гости, мы будем стараться предоставлять гостям русскоговорящий персонал в зависимости от пожеланий туристов. Цена и наличие виллы всегда будет по запросу. Пожалуйста, обращайтесь к вашим партнерам по бронированию, и мы будем рады вам предоставить информацию. Вот такой вот дизайн. Большая просторная гостиная, кухня на первом этаже, мастер-бедрум с высокими потолками более 6 метров. То есть очень-очень эксклюзивная вилла, и на данный момент таких равноценных вилл при отеле в Дубае нет. Какие изменения у нас произошли по ресторанам и по питанию? Мы открыли новый лаунж в нашем лобби. Это Точа. Это прекрасный современный японский чайный лаунж. Здесь мы предоставляем гостям попробовать возможность традиционной чайной церемонии. И в течение всего дня здесь работает меню а-ла-карт. Гости могут пообедать или поужинать здесь по а-ла-карт меню. Выбор меню будет это международная кухня и также с элементами японской кухни. Абсолютно новый ресторан появился в отеле «Ализе». Если раньше, помните, ассоциация с отелем Caesars была ресторан Hell's Kitchen, так вот он ушел, так как Hell's Kitchen именно ассоциируется с самим Caesars. Поэтому мы открыли новый ресторан «Ализе». Это наш главный основной ресторан. Разнообразная французская кухня и морепродукты здесь мы предлагаем. Сам ресторан открыт на завтрак, обед и ужин. Завтрак у нас для гостей проходит именно здесь. И он проходит у нас в форме буфета. Частично буфет, частично а-ла-карт меню. То есть на буфете у нас представлен выбор холодных закусок, сладости, фрукты, салаты. И горячие блюда гости могут выбрать из а-ла-карт меню в неограниченном количестве. И а-ла-карт меню у нас доступен на обед и на ужин. Ресторан «Demon Duck» – всем полюбившийся ресторан китайской паназиатской кухни, у которого шеф-повар Алвин Люнг, обладатель 3 звезд «Мишлен», он остался с нами и функционирует, работает на ужин каждый день и также открыт на обед по выходным. По питанию, максимальное питание у нас полупансион, и сейчас действует акция при бронировании номера на завтраках, полупансион предоставляется бесплатно. Бронирование будет до 30 марта, и проживание можно забронировать до конца года по этой акции. Какие рестораны входят в программу полупансион? Это два ресторана «Ализе» и «Demon Duck». В остальных ресторанах гости могут ужинать, но они не входят в программу полупансион. Очень популярный также ресторан «Такахиса» японской кухни, высокая японская кухня. Здесь можно поужинать, наши туристы очень любят этот ресторан, но он не входит в программу полупансион, то есть там будет за дополнительную плату.
По бассейнам. Также на территории отеля у нас остались три шикарных бассейна. И возле бассейна у нас действует обслуживание Alize Pool & Beach. Здесь гости могут заказать любые напитки, включая алкогольные, а также мы предлагаем меню из а-ла-карта. И это международная французская кухня. Обслуживание ведется также и на пляже. И для наших гостей бонусом мы предоставляем бесплатную водичку, бесплатные рефреши, напитки каждый день меняются. Все остальное, еда будет за дополнительную оплату. Ну, соответственно, Banyan 3, если многие из вас были, например, или кто-то из вас был в одном из отелей в Азии, вы обратите внимание, что Banyan 3 всегда в своей концепции имеет большой и шикарный спа. В спа мы также проявили некоторые изменения. У нас поменялось полностью меню. И теперь это меню в соответствии именно с концепцией Banyan 3. То есть это не просто массажи, но это целый опыт для наших гостей. То есть сам массаж длится час, но при этом еще полчаса у нас идет церемониальная подготовка, когда каждому гостю мы предоставляем напитки, каждый день приготовленные из натуральных продуктов, рефреши. И это специальная музыка и запахи, которые приводят к расслаблению и умиротворению. Персонал, который работает в спа, несмотря на то, что у них уже был большой опыт по процедурам, им обязательно нужно было пройти академию Banyan 3, прежде чем приступить именно к работе с клиентами, обязательно нужно пройти обучение 2-3 месяца в этой академии. То есть очень профессиональный подход. Вот такая вот у нас есть галерея-магазин Banyan 3, и здесь наши туристы могут приобрести предметы, которые символизируют сам бренд. Это халаты, которые производятся у нас непосредственно в Таиланде из натуральных органических материалов. Это косметика. Ну и многие разные принадлежности и декоры для дома и пляжные принадлежности. Салон красоты у нас также есть на территории отеля для мужчин и для женщин. Здесь можно быстренько привести себя в порядок. По детям. Концепция в Banyan 3 очень friendly для детей. Дети у нас проживают бесплатно в зависимости от максимального размещения в номере. То есть в стандартных категориях, еще раз повторюсь, это ребенок до 6 лет. И в люксах это двое детей до 11 лет включительно. Питаются дети также бесплатно в соответствии с забронированным питанием для взрослых. И выбор полупансиона, то есть ужина у детей будет из детского меню. Какие есть развлечения для наших деток? На территории отеля у нас действует детский клуб для детей от 3 до 12 лет. Здесь у нас проводятся занятия как в помещении, так и на открытом воздухе. И мы, как правило, выставляем расписание на неделю. Здесь детки могут научиться разному искусству, поделкам, музыке, рисованию, танцами, играми. Игры, кукинг-классы проводим разные. Ну, то есть в зависимости от пожеланий детей, родители могут оставить своего ребенка на тот или иной класс. Занятия проходят на английском языке, но также у нас есть русскоговорящий персонал, который всегда готов помочь и ассистировать нашим деткам. Туристов из России и из СНГ в целом у нас очень много. За 5 лет существования отеля «Цезарь» сформировалась хорошая база туристов, и они сейчас возвращаются уже в новый отель «Banyan 3». И мы получили очень много положительных и позитивных отзывов о том, что отель улучшился, питание у нас улучшилось, и гости получают полностью новые ощущения. И это действительно ощущение умиротворения, полного освобождения, скажем так, от суеты.
Это гармония с самим собой и с природой. Пожалуйста, обратите внимание, можете сфотографировать для себя слайд. У нас для гостей, бронирующих люксы, действуют специальные дополнительные привилегии. Но это будет раннее заселение по возможности или поздний выезд, приватный заезд, чек-ин сразу в номере. Мы предоставляем бесплатный трансфер при бронировании от 5 ночей больше в одну сторону, туда или обратно из аэропорта. Это будут более повышенного уровня комплименты на заезде. Также для всех гостей, проживающих в люксах, у нас есть опция завтрака в номере. Если гости не хотят спускаться в ресторан, мы можем засервировать этот завтрак непосредственно в номере. Это очень удобно, и наши гости любят эту услугу. Также дополнительно мы предоставляем напитки для гостей. Напитки на закате дня, они у нас предоставляются в определенных барах и ресторанах. Об этом можно узнавать на ресепшене. И для президентских и королевских люксов у нас действует еще дополнительная услуга распаковки, упаковки багажа. Услуга Resort Host, это батлер. Мы предоставляем также гостям в подарок премиальную косметику для Закара, ну и напитки на закате дня уже мы можем делать это в номере. И очень такая радостная, интересная у нас есть акция для всех агентов. Обязательно зафиксируйте ее себе. Мы хотим таким образом отблагодарить и простимулировать продажи. С 1 февраля до 29 февраля, если вы бронируете от 7 ночей и больше, за каждые 7 ночей бронирования мы предоставляем одну бесплатную ночь в подарок для агентов. Период проживания у нас будет с 1 февраля и до 25 апреля этого года. Все бронирования могут быть сделаны через партнеров по бронированию. Детали бронирования должны быть отправлены представителю, через кого вы сделали эту бронь. И коллеги уже свяжутся с нами и отправят полностью информацию по бронированию. Поощрение будет выдаваться у нас в форме ваучера, который будет действовать на полгода. И ваучер на бесплатные ночи у нас предоставляется после того, как ваша бронь сделана, оплачена, и ваши туристы заехали в отель. Ваучеры на бесплатные ночи не могут передаваться третьим лицам, то есть это именно для вас, чтобы вы могли воспользоваться предложением, приехать в отель, посмотреть и отметить все изменения, и при этом, возможно, накопить себе на отпуск. При бронировании категории люксов мы будем рады предоставить вам проживание в люксе. Поэтому, пожалуйста, помните об этой акции, бронируйте и приезжайте к нам в отель. Будем рады вас видеть. Обязательно напишите мне, и я вас встречу, покажу отель, и мы пообщаемся. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, напишите в чат, я постараюсь на них ответить. О чем-то, может быть, я еще не упомянула. Часто задаваемые вопросы у нас бывают про депозит. Депозит в отеле существует. Расчет идет именно 500 дирхам за номер в сутки. Гости могут оставить депозит не за все проживание, если они не хотят. Они могут оставить за несколько ночей для того, чтобы им было удобно рассчитываться за какие-то дополнительные услуги. Если они оставляют депозит, они могут записать свои расходы на номер. В случае, когда депозит гости совсем не хотят оставлять, им придется оплачивать за любую услугу сразу на месте. Это не очень удобно. Поэтому мы рекомендуем, чтобы гости могли оставить хотя бы за пару ночей. Вы можете сфотографировать мои контакты на слайде. WhatsApp работает, и также у нас есть телеграм-канал, кому будет интересно, вы можете найти нас в телеграме прямо по названию отеля Banyan 3 Dubai и добавить нас в телеграм-канале.
Там мы стараемся выставлять обновленную, скажем так, живую информацию. Мы напоминаем об акциях, которые у нас действуют для агентов. И там вы тоже можете задать любые интересующие вопросы. В целом, Banyan 3 – это рай для ощущений, поэтому мы вас ждем. Мы ждем ваших туристов у нас в гостях. Вам хорошего сезона. Спасибо большое за ваше время. И будем оставаться на связи. Татьяна, а у нас еще есть время, вы можете рассказать. В принципе, как бы мы все рассказали, я вот спрашиваю, какие есть вопросы. Так, вот коллеги, давайте задавать вопросы, раз сейчас мы можем на них получить прямые ответы, потому что на самом деле у нас времени до 12:30, мы можем 40 минут целых отвечать. Вот вопросы пошли по вилле. Есть ли минимум стей на проживание на вилле? На данный момент у нас нет никаких рестрикшенов. Ограничения есть только на бронирование во время Нового года, а там минимум 5 ночей проживания. Все остальное время можно предлагать виллу на любой срок. По поводу вопроса с животными задают. Можно ли проживать с животными? С животными мы можем предложить размещение только в наших апартаментах. При этом животные могут быть... Там есть ограничения по размеру, это до 4 килограмм, то есть это такая небольшая собачка или кошка. А в апартаментах у нас минимальное проживание 30 ночей больше. Сейчас я тогда еще ссылочку скину с нашего телеграм-канала в чат. Так, вопросы. А по акциям еще раз хочу напомнить. Сейчас у нас действует по-прежнему акция на раннее бронирование на весь год. Чем раньше вы бронируете, тем более высокая скидка. У нас максимальные скидки сейчас до 50%. Скидки действуют на любой период, включая каникулярные даты. Соответственно, бронируйте заранее, предлагайте вашим туристам забронировать заранее, тогда можно будет остановиться в Banyan 3 по более выгодным ценам. Акции действуют также с бесплатным апгрейдом на полупансион, ну и дети, соответственно, проживают бесплатно. При этом сейчас очень удобно, если вы бронируете отель, как я уже упомянула, у нас действуют бонусы для агентов. Забронировать 7 ночей – это всего лишь одна бронь. То есть мы очень щедрые в этом плане. Пользуйтесь, пока отель новый. Сделать одну бронь и получить одну ночь в подарок – это вполне реально и вполне возможно. Татьяна, и вы еще обещали нам ваучер, правильно, за бронирование для того агента, который после текущего вебинара первый сделает бронирование ваш отель, он получит ваучер, правильно? Да, мы разыгрываем такую акцию. Спасибо за как раз напоминание. Пожалуйста, отправляйте свои бронирования коллегам, Наталье и коллегам из Интуриста, и они уже свяжутся с нами. Мы будем рады подарить ваучер на 2 ночи проживания в отеле. Наталья, я тогда буду от вас ждать уже контакты агента, который сделал первое бронирование. Конечно, агент сделает бронирование, напишет, мы проверим, кто был на вебинаре, у нас есть статистика, мы обязательно все это отследим. Конечно, Татьяна, спасибо большое. Да. Я думаю, это будет хорошим стимулом для того, чтобы забронировать этот отель. С своей стороны могу сказать, что я была в этом отеле некоторое время назад, меньше месяца назад. Спасибо, Татьяна, огромное за гостеприимство. Я посмотрела этот новый отель в его, скажем так, новом воплощении уже. Мне реально все очень понравилось. И мы рассказывали всем столько хороших слов. Я не знаю, от...
от того, как организовано питание, как организованы завтраки, как организована жизнь на пляже, где тебе не надо ходить со своим полотенцем, тебе обязательно, тебе представлен такой мини-ассистент, как бы, который даст тебе не только одно полотенце, которое стандартно для всех дают, да, как бы, ну и возможно, где-то ты берешь сам, а тебе дают два полотенца, что для меня тоже явилось таким показателем высокого уровня. Прекрасные действительно завтраки, шикарный, хороший выбор, скажем так, не шикарный, хороший выбор хороших продуктов на шведский стол, плюс меню а-ля карт, которое, ну, это бесплатно, но просто у тебя обслуживание за столиком, ощущение действительно высокого сервиса со всех сторон. Прекрасные браслетики, спасибо за браслетики. Тоже хороший, то, что Татьяна рассказывала. То, что Татьяна рассказывала про то, как наблюдая за тем, какие ароматы нравятся, это действительно так. То есть нам ежедневно доставляли те ароматы в номер, да, палочки, которые мы использовали чаще всего. Это все действительно так, это не просто на словах, Татьяна. Могу подтвердить. Спасибо, да, за подтверждение. Да, мы очень рады. Именно чем отличается теперь новая концепция, это более индивидуальный подход, как вы знаете, азиатские бренды, они в лидерах всегда, да, в плане гостеприимства, в плане подхода каждому гостю, очень индивидуальный. И русскоговорящий персонал у нас также много, потому что нашим туристам всегда важно общаться с коллегами, им проще, скажем так, общаться на своем языке, поэтому мы тоже уделяем этому большое внимание, чтобы сделать проживание наших гостей максимально комфортным. Поддерживаю, еще хотела бы добавить, море действительно, пляж шикарный, я считаю, один из лучших, это правда, да, в Дубае, и плюс ко всему там открытое море, в отеле пляж, открытое море, нестоячая вода, и вода даже летом, когда мы, скажем так, все боимся дубайской жары, вода совершенно другая, в отличие от некоторых других, скажем так, локаций в том же самом Дубае, не буду их называть. Совершенно верно. Это тоже очень хороший аргумент, когда, например, сравнивают с отелями, например, в других локациях. Соответственно, как бы ценовая политика, да, у нас будет более выше, чем определенные отели, например, находящиеся на Пальме или на Джибиаре, но за это гости получают дополнительные плюсы. Это открытое море, шикарный пляж и приватные локации. То есть это тоже нужно объяснять туристам, чтобы они понимали разницу в цене, в качестве, и выбирали отели в зависимости от предпочтений, желаний, ну и, соответственно, бюджета. Так, ну, по-моему, у нас вопросов больше нет от наших. Ну, я надеюсь, дорогие, если вопросов нет, это значит, что все было очень понятно. И партнеры, агенты уже побежали бронировать отель. У нас на сайте самая последняя информация. Татьяна выверяла лично для того, чтобы мы ее опубликовали, да, чтобы все было и фотографии, и все было представлено максимально приближенно к действительности, да, насколько это возможно. Поэтому бронируйте, ждем ваших заявок, и первый, еще раз напоминаю, получит специальный приз от отеля, это 2 ночи проживания. Татьяна, ну что, прощаемся тогда с нашими коллегами. Спасибо большое, Наталья, да, спасибо вам также за то, что поделились вашими ощущениями от проживания. Рада была видеть, и спасибо вам большое за поддержку. Партнеры Интурист оказывают нам очень большую поддержку в плане продвижения отеля, нового бренда, и мы очень рады результатам. И надеемся также на увеличение нашего сотрудничества и дальнейших увеличений продаж. Спасибо вам большое, и остаемся на связи. Хорошего дня. Хорошего дня. До свидания всем. До свидания.